Ну вот, поздравьте меня, я стала еще обладательницей вот таких 12 квадратных метров. Кровать, ну, приобретает божеский вид, более-менее, навожу порядок. Я всех приветствую. Меня зовут Ирина Маркелова. Когда я пришла в банк и смотрела, как пересчитывают мои накопленные деньги, счетная машинка, знаете, я себя какой-то барыгой чувствовала. И мне не верилось, что я когда-то бедная, нищая девушка сейчас могу столько зарабатывать. Ведь это не первая моя покупка недвижимости. Я когда сама их пересчитывала, ну, в течение минут 40 я пересчитывала и думаю, самое лучшее разминка для пальцев – это пересчитывание денег. И так может каждый из вас, если очень-очень сильно захочет. Нужно хотеть так. Я все время вот привожу такой пример. Хотеть стать богатым. Привожу такой пример, когда, например, человек тонет, и он вот так вот выныривает, и ему не хватает воздуха. И вот он выныривает и глотает этот воздух, чтобы выжить. Вот когда вы будете именно так хотеть, гореть всем сердцем и всей душой, заниматься проектом Whole World, который вам будет приносить огромные суммы, вы сначала с трудом будете в это верить, а потом у вас в уме будет складываться, и вы будете понимать, что вы можете столько зарабатывать. А потом, когда купите то, что, о чем мечтали и копили на это очень много лет, то у вас все начнет получаться. На свою первую гостинку я копила 25 лет, работая учителем, парикмахером, продавцом, маляром, кем я только не была. На свою вторую квартиру я копила 1 год. Есть разница. Как мне муж говорит, для тебя квартиру купить, это как сходить хлеба купить. Поэтому верьте в себя, у вас все получится. А свою партнерскую ссылку я оставляю под видео. Всем пока.